предлог «про» с личными местоимениями. Грамматика. Предлог «про» означает «о», «касательно», «относительно». Про меня. Это первое лицо, единственное число. Ты про меня не забыл? Что вы знаете про меня? Не надо про меня рассказывать. Про тебя. Это второе лицо, единственное число. Никто ничего про тебя не знает. Я про тебя помню. Мне учитель про тебя рассказывал. Про вас. Второе лицо, единственное число. Я вспомнил про вас. Нечто нехорошее. Про вас можно сказать, что вы способны договориться с кем угодно. Я читала про вас много газетных статей. Про него. Мужской род. Про него ходит много сплетен. Я тебе про него как-то уже рассказывала. Мне про него известно многое. Про нее. Женский род. Мечта исполняется тогда, когда про нее забываешь. Про нее говорят, что она умная. Читайте книжки. Про нее много написано. Про вас. Второе лицо. Множественное число. Про всех, про вас я ничего не слышал. Эта история точно не про вас. Выражайтесь культурно, иначе про вас плохо подумают. Про них. Третье лицо,
множественное число. Я поставил сохнуть кроссовки на печь, да и забыл про них. Но про них я расскажу вам в следующем посте, если это вам интересно. Ведь про них мы писали рассказ. Про нас. Первое лицо – множественное число. Вы же знаете, что про нас говорят. Эти сказки народные, про нас, про лесных жителей. А про нас с мамой речи не было? Я. Про меня. Про себя. Ты. Про тебя. Про вас. Он. Про него. Про его. Она. Про нее. Про ее. Вы. Про вас. Мы. Про нас. Они. Про них. Про их. Про меня можно написать целую книгу. Я про себя ничего плохого сказать не могу. Про тебя мы узнали от соседей. Мой брат мне рассказывал про вас. Я про него в журнале прочитала. Про его проделки узнала учительница. После событий про нее сняли фильм. Мы даже не вспомнили про ее день рождения. Я про вас слышала от тренера только хорошее. Вы про нас очень плохо думаете. Про них, про эти фотографии мы сегодня и поговорим.
Про их коварство многие знают. Желаю вам хорошего дня. Всех жду на моей странице на Boosty.